В лютеранской кирхе Владивостока представили книгу о торговой империи известных немцев, дальневосточных предпринимателях Кунсте и Альберсе. Немецкий журналист Лотар Дек представил общественности второе издание своей книги на русском языке. Первая книга автора вышла в 2002 году. В новом издании появились множественные дополнения и фотографии. Книга «Кунсте Альберс. Владивосток» увидела свет в России благодаря издательству Дальневосточного федерального университета. Как отмечает известный краевед Нелли Мись, это литературное произведение будет интересно всем любителям истории. Книга Лотара Дега, появившаяся много лет назад, стала очень быстро редкостью, и ею пользуются очень многие краеведы, экскурсоводы, вообще интересующиеся историей. Книга бесценна тем, что она дает новый материал по истории Владивостока, который должен быть интересен всем. Автор книги, немецкий журналист Лотар Дек, не имеет никакого отношения к Владивостоку, тем более к торговой империи Кунста и Альберса. Много лет назад, после посещения приморской столицы, в Германии вышла его небольшая статья о Кунсте и Альберсе. Тогда еще начинающий журналист и представить себе не мог, что именно этот материал и послужит началом многолетней работы над книгой. Я в 91 году первый раз приехал во Владивосток, будучи совершенно молодым журналистом прямо после окончания института. И после этой поездки я писал статью про Владивосток как город. Он только что в этот время там открылся для иностранцев. И в этом статье был буквально один абзац про что во Владивостоке есть такой универмаг ГУМ, который раньше принадлежал двум немцам, Кунст и Альберс. Больше я, в принципе, тогда и не смог узнать. Товарищество Кунст и Альберс внесло большой вклад в развитие Владивостока. Они построили здание нынешнего ГУМа, главный корпус ДВФУ на Суханово. Помимо прочего, компания оказала большое влияние на развитие всего Дальнего Востока. Во многих дальневосточных городах можно увидеть архитектурные творения, построенные Кунстом и Альберсом.